Всем привет! Получила я заказ по каталогу Avon номер 7. Долго не заказывала в Avon. И вот теперь хочу вместе с вами, может кому-то интересно, полистать 8 каталог. Я знаю, такие видео есть на YouTube. Они пользуются популярностью. Вот. И может быть у меня тоже найдутся люди, которым понравится такого рода видео. Так, Le Boutique сертификат на скидку 200 гривен. Условия читайте при покупке Attraction Rush и Avon Attraction. Две водички здесь представлены. Для него нюхаем. Очень похоже на водичку Le Gentleman. Очень. Вот, какие тут ноты. Цитрус, корица, гипнотическая амбра. Сейчас найдем аромат мужской. Вот, Le Gentleman. И посмотрим здесь. Кедр, коньяк, яливец. Ну, похож чем-то. Может, он... В жизни, конечно, и не так похож, но очень сладкий запах. Такой, конечно, слегка похож. Уже даже нет. Уже как бы имеет более сладкие ноты. Вот. Le Gentleman мы очень любим. Attraction женская водичка. Так, ее запах. Ее запах очень похож на водичку Лави, по-моему, с бантиком, с таким золотым. Здесь клубника, жасмин, амбра и гипнотическая... жасмин, самбак и гипнотическая амбра. Очень похоже на Лави, потому что там тоже в составе клубника была. Очень сладкий запах. Ну, я себя, скорее, все-таки... Вообще, я Avon ароматы не люблю. Они специфический запах имеют. Они очень узнаваемы и... Ну, вот этот даже непонятно, честно. Не понимаю этого запаха. Очень плохо страничка пахнет. Так, ну, цену 300 гривен мы видим. Дальше. Джеггинсы. Тоже не понимаю, зачем их покупать за 500 гривен, когда их можно купить намного дешевле в других магазинах. Вот. Но, тем не менее, находятся поклонники одежды Avon. Водички Persil по 159 гривен при покупке с каталога на сумму 59 гривен. И условия читайте ниже. Дальше. Так, помада, карандаш, помада Леди, такая цена, тушь, карандаш, ну, цены, конечно, можно намного дешевле приобрести, вот, хотя тушь, шок я пользуюсь сейчас. Дальше, водичка вот эта тоже, многие ее хвалят. Ну, такой, да, есть запах персика и запах свежести. Вот, цветочный аромат. Персик, лилия, бурштин. Вот это тоже, кстати, очень похоже. Так, дальше. Такие водички по 109 гривен. Ну, это такие моноароматы. Может, кому-то... У меня дочь такими пользуется. Так, SPF, кремы, защита от солнца, большая защита 30, 50 и 50 детский. Это после загара, масло, спрей и лосьон. И это масло, спрей и лосьон, усиление загара. Так, Tangle Teaser щетка 300 гривен. Шампунь сухой 69 и хорошая цена на... Средство посеченных кинчиков. Это масло такое силиконовое. Так, вот эта серия. Никогда я не пользовалась.
тут у нас пурбланка, 200 гривен набор для любителей пурбланки. Такие пурбланки по 139. Не, ну за 139, конечно, согласитесь, это очень дешево, но купить для того, чтобы стояло, я, например, не могу пользоваться ароматами, которые... Есть люди, вообще вот пользуются любой туалетной водой, любыми духами. Я не из тех людей, у меня закладывает нос, болит голова, я чихаю. И в конце концов мне просто тошнит, у меня печень не выдерживает. Вот, любые ароматы. Я люблю очень определенные. Я могу вот со стороны ощутить запах, мне нравится. Но на себе я не очень люблю. Как бы я люблю цитрусовые, в основном свежие запахи. Так, вот такая водичка. Такая вот. Так. Вот этот запах приятный. Мне даже кажется, что тут персик тоже есть. Нет, бергамот, роза и пралины. Пралины, да, я ощущаю. Вот такая приятная водичка. Дальше вот эта серия вся. Today. Love. Боже, это ужас, а не вода. Я не знаю, как она может нравиться. Просто ужасная вода. Вот запах отвратительный просто. Мне вообще не понравился. Вот, ну... Мне не нравится. Вот я то, что нравится, я говорю. А то, что не нравится, я сразу говорю, что мне не нравится. Элит Джентльмен 199. Вот это классная вода. У нее, во-первых, очень презентабельная упаковка. Такое стекло хорошее, качественная надпись. И пробочка такая, она как магнитная. Она так легко защелкивается. Вот эту мы очень уважаем. Джентльмен Викенд мы брали, но мне послевкусие не нравится. И вот эту я не помню, брали или нет. Вот это самое классное. Вот он мужской такой настоящий, но в нем есть какое-то... Я не люблю тоже в мужских запахах такие резкие ароматы. Но он классный, не знаю. Он мне чем-то напоминает вот перчик. Черный перчик вот почему-то. Компот с черным перцем он мне напоминает. Здесь кедр, коньяк и яливец. Вот, яливец я люблю. Ну, в натуральных запахах, я имею в виду в жизни, да. Возможно, коньяк дает тут такой запах очень классный. Full Speed классная водичка, очень классная, цитрусовая. Сейчас у моего мужа вот эта водичка Man, она тоже очень похожа на Elite Gentleman. У нее классная, темная, черная, непрозрачная, почти непрозрачное стекло, тяжелый флакончик и классная крышечка. Очень такой презентабельный на подарок запах. Все остальное, вот это все ерунда. Это дешевка. Это не знаю. Вот это брали ерунда. Вот это очень сладкий запах. Мне не нравится. Это мы не брали. И желтую, по-моему, мы не брали. Full Speed. Ну, Full Speed классная водичка. Так, тоже дешевенький сегмент. Это Individual Blue. Голубая мне ужасно не нравится. Возможно, я возьму когда-то мужу зеленую. Попробую, я почитаю. Возможно, даже в этот раз возьму, посмотрю. Вот эта вода мне не понравилась. Вот тоже. И бутылечек тоже дешевенький. Так, вот такие цены на эти водички я показываю. И говорю чисто свое мнение. Если кому-то нравится то, что я говорю, не нравится мне, пожалуйста, не бросайте меня камнями, потому что, ну, у меня свой вкус. Серия Марк. Не знаю. Лаки Вейвен меня убивает, цена за 50 гривен один лак, это ужас просто. Ну, я не думаю, что он чем-то лучше, нежели в магазине. Я пробовала их. Ну, да, есть хорошие тем, что они наносятся с первого слоя. Ну, так я покупаю и обычные, есть такие же, просто плотное покрытие, есть лаки с плотным покрытием, но разница в 15 гривен максимум. Я покупаю лак за 20 гривен. И 50, не знаю, для меня это очень дорого, 50 гривен за лак. Это тоже самое обычное стойкое покрытие.
Тушь марк, она выкручивается, раскручивается, то есть по интенсивности делаете более или менее, как вам удобно. Вот, тоже пробовать не буду, ничего особенного. Так, эти тени, давно на них смотрю. Возможно, темно-серый когда-то себе закажу, но не знаю. Зеленый мне, конечно, очень нравится, но его не поносишь на каждый день. Вот. Для бровей палеточка, тушь. Вот такое средство. Вот, кстати, вот это средство я подумываю заказать. Мне очень стало интересно. Я увидела свотч в Ютубе. И мне очень оно понравилось по покрытию. Значит, основа, оно может быть как основа под макияж, как перфектор, да, как бы перфектор это улучшает тон, делает равномерным, ну, цвет лица, вот, и, по-моему, поры стирает или скрывает. И как хайлайтер можно им пользоваться. Я думаю, можно его наносить. Вот у меня такая идея под тональное средство. Я так хочу использовать. Ну, конечно, в зимний период. Короче, оно меня заинтересовало. 60 гривен. Я думаю, его возьму. Попробую. Посмотрим. Так. Хотела взять вот эти вот румяна. Все очень хвалят. Но цена нет. Мне не подходит. Так, помадки. Хайлайтер, бронзер. Не знаю, кто хвалит, кто ругает. Брать не буду. Так, здесь вот это вот все. Показываю цены, кому что интересно. Короче, это все то же самое, только поменяли упаковку. Ничего нового не появилось. Единственное, что вот добавились вот такие вещи, как вот это средство 3 в 1. Такого плана. Это новое. Так, это мы посмотрели. Вот такая вот пудра кульки. Румяна. Я не знаю, мне кажется, они ее неправильно называют. Они ее раз называют пудрой, раз называют румянами. Я не знаю. Одинаковые эти кульки и по-разному они называются. Здесь румяна, а есть еще пудра. Короче, у меня не знаю, что пудра или румяна, им 100 лет в обед, но они мне нравятся как румяна. Вот, я ими пользуюсь. Тени, кому интересно, цена 99 гривен. Помадки. Маша Ефросинина просто неузнаваема. Очень худая, мне не нравится. Это тоже мое мнение. Люблю Машу, когда они только с Юрой Горбуновым начинали вести на новом канале утреннее шоу «Подъем», по-моему, у нас было в Киеве, в Украине, да. И мне очень она была симпатична, она была полная. Ну, как полная, полненькая была, молоденькая, с черными волосиками, ей очень красиво было. Худоба, я считаю, ей не к лицу. Так, вот эта тушь. Все поглядываю на нее, потому что силиконовая любимая кисточка. Вот Машу я тут вообще не узнала. Кисточки. Ага, вот. Вот это вот пудра. Видите? А то были румяна. Значит, у меня, скорее всего, не знаю, что. Наверное, румяна все-таки. Вот. Так, дальше. Кисти очень дорогие. Опять лаки. Я так понимаю, для френча, да? А, нет, это укрепляющее средство с цветом. 4 цвета. Так, вот это вот серия, да. Люкс, помады, блески. Никогда не брала. Пробовала только пудру. То не у себя. Многие хвалят. Ну, мне без надобности, честно. Очень хотела бы вот эту масочку попробовать. Все на нее смотрю, но цена мне не подходит. Так, дальше. На крем, кстати, под глаза скидка. Кстати, многим этот крем нравится, но я не пробовала тоже.
Вот такая серия. В принципе, на сегодняшний день NU уже не так уж дорого. Стоит 150 гривен. Я хочу сказать, что в магазине крем лореалевский не дешевле. Может быть, на совсем чуть-чуть. Тут вообще 99 гривен сыворотка. Может взять себе, не знаю, попробовать. Я сейчас именно закупаюсь средствами под глаза. Вот. Вплотную занялась этим. И, в принципе, результат есть, да, когда постоянно пользуешься. Так, такой кремчик под глаза. Кстати, у меня был, по-моему, такой. Ну, вот эта розовая серия, она для меня никакая. До 35 я и пользовалась. Мне она не нравится. Так, дальше. Color Trend обновил упаковочка. Упаковочка в горошек. И симпатичная очень тушь. Неужели она идет силиконовая? Если она силиконовая, я себе обязательно возьму зеленую. Вот. Класс. Так, что еще? Color Trend. В Color Trend мне почти ничего не нравится. Вот эту вот серию я люблю. Clear Skin. Я люблю вот эту маску. Уже миллион раз ее заказывала. Люблю гель для глубокого очищения пор. Скраб. Потом, так, тоник у меня тоже есть, но тоники как-то у меня не приживаются, я ими не пользуюсь просто. Вот это у меня средство есть, очень люблю, именно очищающее. Точечное тоже было, но я его не поняла. Пенкой я такой пользовалась. Короче, у меня очень много было из этой серии, даже щеточка. Вот, хорошая серия. Так, одежда, бижутерия, сумки. Для меня это неинтересно и, я считаю, завышено по цене. Цена-качество здесь не совпадает. Очки. Вот очки, ну, в этот раз, конечно, тут ничего интересного нету, как для меня. Вот какие-то новые. Вот с какой-то блестюлькой тут. Ну, ничего интересного. Так, шарфики, опять же, джеггинсы, да, вот, 700 гривен, ужас, в завышенной талии и на застежке. Так, собака храпит рядом, так что мне, блин, новое боди, 600 гривен, вот такое, ну, для меня новое, лосинки, да, леггинсы они называются, ну, вот такие вот. Синие, черные, бесшовное, типа белье, типа бесшовное. Опять одежда, купальники, цены видно, я надеюсь, бижутерия, сумки, сережки. Все мы это проходили, полно у меня эвановской бижутерии, и ничего я это 100 лет не ношу. Смотрится дешево, посредственно и неинтересно. Вот такая вот серия. Вот, увидела обзор на вот это масло. Очень захотела его прям попробовать. Ну, прям очень-очень. Но 120 гривен, что меня вообще убило просто. 229 за набор. Буду смотреть в следующих каталогах, где оно будет отдельно, это маслице. Такое непревзойденное питание. Серия. У меня есть маска. Вот такая маска у меня есть для лица. А нет, не такая. Это с Асаи у меня было. А это какая-то вот... А, хотела я ее, вот, я про нее говорила, приобрести новая масочка, но вычитала, что она пленка. Пленка мне не нужна. Вот. Угу. Вот такая у меня была маска. Или даже есть... Кремчики вот эти хорошие, антицеллюлитные, они хорошо подтягивают тело. Дальше, маска, гель для вокруг глаз, кожи, была у меня такая, ну так, увлажнение есть, да, она розовая, такая перламутровая. Маска-пленка была, ничего особенного,
Так, умывалка была такая. Это что? Разогревающая маска, это ерундовая. Нифига она не разогревает. Совсем чуть-чуть она совсем. Вот опять масло. А, ну без блесток. Я на лето очень люблю на море пользоваться. Planet Spa серия хорошая. Сразу говорю, я и пользуюсь. Кремы для руки эти не брала, эти брала. Вот эта вонючка ужасная. Такой химозный запах. Не знаю, там шоколадом и не пахнет. Ужасный запах. Мне очень нравится с овсом вот этот вот. Овес, экстракт ромашки и маточное молочко. И что еще тут? С маточным молочком. Тоже хорошим. Вот, алоэ я пробовала. Но кремы для рук я его не перестала покупать. Они для меня дорогие. Я покупаю намного дешевле и тоже хорошие. Так, вот это пробовала с овсом для тела. Оно хорошо впитывается. Вот это у меня заказывали средство Care 750 мл. Овес и ромашка тоже хвалили. Ну, это для тех, кто любит мазать много. Много-много тела. Вот такой с алоэ у меня был кремчик. Вот такой с овсом у меня был кремчик. Это так, знаете, замазаться. Можно и для тела, и для лица, и для рук, и для шеи я много мазала. Но вот эта вонючка ужасная. Ужасный запах. Знаете, как в такси есть такие вонючки, висят они просто, пока доедешь, именно тебе уже тошнит. Умираешь просто так. Для губ. И кремчики. Так, вот такой я сейчас пользую умывалкой. Хорошая, но она сужит кожу. Но знаете, мой секрет какой? Если быстро побежать, пока еще кожа увлажненная после умывания, и сразу нанести крем, тогда сухости не будет. Если вы продолбали этот момент, и кожа высохла после умывания, все. Ничего вам не поможет в жизни больше. И сейчас мне такая в наборе из 5 продуктов пришла. Так, дальше. Эту серию я не пробовала. SPF. Взяла крем-гель для лица с SPF 30. Боже мой, он шикарный просто. Он так впитывается классно. Вот он, крем-гель для лица. Он мне обошелся в наборе за 30 гривен. Тут он 60, но я, наверное, его повторю. Очень хороший, очень-очень-очень. Вот, еще вот есть с SPF 50. Тоже лосьон. Классный. Мне нравится. Ими можно и зимой под крем пользоваться, под жирный. Так, сумочки, бижутерия. Все-все-все тут распродается. Ну, сумка, ну, 419 гривен. Это ужас просто. Сегодня смотрела сумки по 250 гривен подобного плана. Так, эта серия самые обычные шампуни. Это типа элитная, но тоже для меня ничего особенного нету. Так, что у меня было? Было у меня такое масло двухфазное. Оно какое-то как со спиртом. Оно даже, оно с одной стороны жирнит, а с другой стороны волосы как мочалка у тебя, как веник становится. Шампунь был у меня и кондиционер. Тоже я не увидела никаких результатов, поэтому эту серию я не люблю. И пролистываем. Для волос я его не беру, только если в наборе получается что-то из 5 продуктов. Так, средство для педикюра, сдертое из известного бренда, да, который изначально появился. Foodworks, очень хорошая серия для ног. У меня было и масло такое вот, и маска, и спрей я очень люблю для ног. Кремчики у меня глицериновые самые любимые. От мозолей на топтыши, но он такой посильнее. Вот эта серия у меня была, и даже мыло. Короче, это классная серия, о ней можно говорить бесконечно. И новое масло для кутикулы, именно для ногтей ног. Вот. Такое ощущение, что для кутикулы нельзя использовать и для рук, и для ног. Нет, у них отдельно. Вот такие у меня щипчики. Я кошке обрезаю ногти, потому что мы потеряли штучку специальную для животных. Так, вот это я приобрела себе самый темный, вот такой медиум. Лосьон 7 в 1. Там он и увлажняет, и придает цвет, и блеск. Короче, я еще его не тестировала, но думаю, будет классным.
Дезики я брала, пользовалась самые обычные. А вот средства для интима очень классные для женской гигиены. Очень их надолго хватает, одного нажатия вообще обалденные. Так, тут после бритья дезики, всякая всячина. Нам это не нужно. Гели пошли. Гель вот такой у нас был. Энергия океана. Вот. Потом, сейчас у меня пенка арбуз из набора. Была у меня персик, мне не понравилось. Брать ее не буду. Вот это моя любимая. Шоколад с апельсином. Я ей зимой пользуюсь, даже как гелем для душа. Она такая согревающая. Так, любовь в Париже. Нюхаем. Ну, такой кремовый запах. Дальше. Чувственная романтика Венеция. Этот мне побольше нравится. Пахнет каким-то очень приятным цветком и почему-то жвачкой, бубльгумом. Так, спрейчики. Дочка у меня любит с манго. Спрейчики. Серия для тела. Шампуньки. Спреи для волос. Тоже эффекта ноль. Вот эта серия Naturals. Здесь мне нравится очень вот эта маска. Очень классная. Она как варенье из роз. Потом маска для лица алоэ хлопок у меня есть и оливковая. Ну, эти такие себе. Опять набор из 5 продуктов 150 гривен. Здесь классно вот это средство есть. И больше мне тут ничего не нужно. Поэтому брать я его не буду. Тут Footworks по 30 гривен. Рассмотрю ближе. Скорее всего, что-то приобрету себе. О, зефирную аллею мяты. Вот, беру. Обожаю. Он охлаждающий. Силиконовые шкарпетки. Носочки. Обалденный крем. Наверное, 2 возьму. Вот. И гельчики. Так, у меня сын пришел. Так, дети пришли со школы. Буду завершать. Гели для душа по 50 гривен. Большие, по 500 миллилитров. Кто любит именно? Кто садомаза любит запах один и долго. Поэтому приобретаем. Вот. И в конце туши. Туши. Интересная щеточка Color Trend. Не знаю, что это. Надо просматривать. И вот этой тушью розовой я пользовалась. Она неплохая. Но я брала ее за 35 гривен. А тут уже 45 цена. Вот. Вот такой был каталог у меня. Номер 8. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Пока-пока.